В Покровской ЦРБ сейчас активно реализуется программа «Земский доктор». Больница стала одним из объектов, который также посетил губернатор области в рамках рабочей поездки. Сейчас в штате медицинского учреждения более 30 привлеченных программой врачей и фельдшеров. Андрей Клычков отметил, это почти 10% от всех участников «Земского доктора» и «Земского фельдшера» в области. Я просто искренне рад, что в Покровском районе такой здоровый организм в лице Центральной районной больницы. И хочется пожелать, чтобы всегда так было. За 4 года в больнице полностью обновили автопарк отделения скорой медицинской помощи. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» ЦРБ получила 7 единиц автотранспорта. Также учреждения оснастили современным медицинским оборудованием. Нашим людям теперь не нужно ехать в областной центр. Мы эти операции выполняем здесь, у нас на месте. Мы им очень благодарны за это и признательны. В Покровском районе активно реализуется нацпроект здравоохранения. Уже введено в эксплуатацию 7 новых ФАПов. В этом году на очереди капремонта 8-й фельдшерско-акушерский пункт. Кстати, сейчас в области реализуется и новый проект под названием «ФАПтека». Сейчас мы провели работу, у нас все ФАПы получили лицензию на возможность реализации лекарственных препаратов по его минимальному набору. Сейчас поставлен за счет департамента здравоохранения обеспечить кассовыми аппаратами для того, чтобы каждый житель, бабушка, молодой человек или любой житель мог прийти и купить тот минимальный нерецептурный набор лекарств у себя рядом с домом в шаговой доступности.